Всем привет! Показываю очередную сдохшую светодиодную лампочку фирмы Каньон. Лампа довольно увесистая. Вот она. Поработала она у меня около 8 месяцев. При нагрузке примерно среднем, где-то примерно 6-7 часов в сутки. Ну, лампа горела у меня она почти непрерывно. То есть, конечно, она работала в тяжелом режиме. И прослужила всего 8 месяцев. Через месяца 8 она стала сначала кратковременно подмаргивать, а потом она вообще стала тлеть. Ну, короче говоря, сдохла. Но в этом ролике я покажу, что она себе представляет. Кстати, такие лампы, если кто хочет покупать, ну, они, в принципе, хорошие. Ну, я не знаю, конечно, насчет надежности не могу их сказать, конечно. Тем не менее, качество хорошее, и стоят они очень дешево, особенно в Юлмарте. Там их продают десятками. Сейчас можно купить Каньон даже побольше, помощнее. Не 6-ваттный, это Каньон 6-ваттный. За 590 рублей 10 штук. Это 59 рублей, я считаю, это вообще халява. Сейчас, в принципе, лампы светодиодные снизились настолько, что сдохнет, даже выбросить не жалко. Ну, в общем, она у меня 8 месяцев поработала при 6-7 часов нагрузки в день. Ну, потому что, в принципе, и нагрузка не сказал бы, что легкая. Но, тем не менее, она у меня померла. Ну, у меня остальные светодиодные лампы, они у меня включены через датчики движения, и поэтому горят непродолжительное время. Ну, конечно, они, в принципе, у меня ни одна не вышла из строя, за исключениями, как я в предыдущем ролике, которые филаментные лампы. Я показывал Philips, показывал Era. Они, к сожалению, у меня вышли из строя через непродолжительное время. Поэтому филаментные лампы считаются одни из самых ненадежных ламп. Ненадежные разве, ну, разве то, что галимые китайские. То есть они ненадежные. Даже горели непродолжительное время, тем не менее, не вышли из строя. Но эта лампа, по крайней мере, она работала в тяжелых условиях и отработала 8 месяцев. В общем, такая лампочка. Весит она, кстати, такая лампочка 60 грамм, что это очень довольно много для такой лампочки. Ну вот, посмотрим ее внутреннее устройство. Колба, кстати, от этой лампы отделяется довольно просто. Вот она легко ее, то есть можно оторвать. Если других производителей колбу можно было там с большим усилием, и при помощи ножа там и все прочее. А это спокойно вот спокойно отделяется. Ну, в общем, я тогда колбу уберу. Ну, сейчас я ее вкручу, лампочку, и посмотрим, как она будет себя вести. Сейчас я включу. Так, и посмотрим, как она будет вести. Вот она, лампочка. Так, лампа состоит из коп светодиодов. То есть это не... Вот она сейчас горит. И через некоторое время она будет подыхать. Вот такой свет теплый. Что Каньоны мне нравятся, что они обладают мягким желтым светом. В отношении даже Philips, у Philips она более нейтральный свет, они более белят. А вот Каньона у них наиболее такой желтый свет. Масса Каньонов его даже больше, чем у Philips. Ну, надежность я не могу, конечно, сказать, но тем не менее цена Каньонов очень низкая. В Юлмарте напоминаю, что можно купить комплект из 10 светодиодных ламп. По цене 500-600 рублей, это 50-60 рублей лампа, это, честно говоря, извините, это вообще за даром, можно сказать. Даже сгорит лампа, ее не жалко выбросить, потому что сейчас вот светодиодные, лампы накальные Асрам, они стоят уже почти, что светодиодная лампа Каньон. Тоже 50-60 рублей. Ну, пока она сейчас еще горит. И через некоторое время она начнет мигать, ну, точнее, тлеть. Вот сейчас я подожду, пока она разогреется. Ну, тем не менее, она пока сейчас горит. В общем, такая вот лампа. Лампа имеет и импульс и драйвер высококачественный. Ну, сейчас я его открою, попытаюсь. И посмотрим, что она себе устроена как. Ну, лампа довольно увесистая, я говорю, 60 грамм для лампы. Кстати, светит эта лампа как эквивалент 60-ваттная лампа накаливания, не хуже. Это что меня очень удивило. Но пока она сейчас еще светит, пока еще не дохнет. Кстати, вот я когда начал подложку трогать у меня светодиодную, вот и она загоралась.
В общем, пока она светит. Ну вот, прошло 5 минут где-то, и лампа начала признаки, вот, вот, смотрите, я сейчас признаки смерти показывать. Выключу, видите, подсвечивается, вот, вот. И сразу видно, что какой светодиод хандрит. Вот этот, которого темный светодиод, это вот и есть светодиод, который у нас сдох. Вот он, видите, вот. Вот, вот стоит его сейчас пошевелю. Вот видите, вот этот светодиод, он дохлый, вот он. Пошевелить его можно вот иногда, иногда бывает. Ну давайте сейчас я отвинчу крышку. И посмотрим получше, что чего состоит. Вот это вот здесь идет питание, вот эти две. Это не обращайте внимания, вот это есть вот этот светодиод, который у нас вот, сдох. Вот сейчас вообще погасло. Ну вот. Как видите, вот этот светодиод, ведь не светится. Тут коп светодиода, это, короче говоря, светодиодные кристаллы, вот такие вот. Они, да, тут сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 светодиода соединены последовательно. Как видите... Вот тут и вот этот у нас светодиод, он, соответственно, хреново. Вот он сейчас загорелся и погасло все. Вот сейчас, видите, сейчас горят все, но... Ну, видно сразу, что сдохло явно все. Все перестало вообще светиться. Ну, давайте сейчас его тогда откроем. Нет, все уже. Видимо, окончательно сдохло. То ли коротнул. Нет. Вот такая вот у нас штукенция. Ну, давайте посмотрим, как она устроена. Ну, лампы Каньона одни из самых хороших. Я все-таки все равно не говорю, что они, во-первых, они дешевые. По цене качества, честно говоря, я даже их даже считаю, они лучше Philips, Osram. Osram сейчас тоже стали делать парашу. Я смотрел на Ютубе, тоже делают еще легче светодиодные лампы, еще более упрощенная конструкция систем охлаждения. Ну, помирают практически все лампы светодиодные любого производителя. И Osram помирает тоже, и Philips помирает. Philips я показывал, это филаментную лампу, что она тоже помирает. То есть про надежность, честно говоря, это покажет время. Поэтому здесь, соответственно, я ничего не могу посоветовать. Ну вот видите, устроена, в принципе, система охлаждения грамотно. Так, сейчас фокус наведется. Видите, подложка. И вот тут такая вот. И там, соответственно, идет. Ну давайте я его сейчас оторву. Вот. Оторвал. Теперь, в принципе, она все равно не нужна. Вот подложка стоит. Такая вот. Ну, в принципе, подложка не такая тонкая. Это толщина где-то, ну, 0,7 мм где-то так. Такая вот. Вот. И там, соответственно, вот эти вот маленькие светодиоды по всему кругу. Так. В общем, дальше идет довольно хорошая продуманная конструкция. Видите, подложка хорошо соединяется. Термопаста, конечно, промазана здесь не так уж и много. Вот здесь так, не так уж и много. Но, тем не менее, довольно неплохо. Другие лампы светодиодные, они еще делают хуже. Постарайся выдрать, выделится или нет. Да, выдирается легко. К счастью, нормально. Разбирается эта лампа очень, очень просто. Видите вставку металлическую, алюминиевую. Она, в принципе, нормальная. Вот. Но тут залит, так сказать, это драйвер залит композитом. Вот, залит композитом. От того она и, наверное, и тяжелая. Все-таки производитель немножко, конечно, халтурил. А я думаю, почему лампа такая тяжелая. Ну, сейчас ее, не знаю, постараюсь ее отодрать. Вырвать там драйвер. Композит. И посмотрим. Ну, видите, что тут катушка стоит, что тут стоит драйвер. Так, ну, сейчас я возьму плоскогубцы и постараюсь ее выдрать.
Так, не вытирается. Развалится быстрее. Да, хорошо сидит очень. Видимо, не удастся мне добраться до драйвера. Очень туго, придется тогда отковырять вот так. Вот так посмотрим. Как туго очень довольно идет. Кондерчики стоят 400 вольт на 4,7 микрофарад в количестве двух штук. Это довольно неплохо. Видимо, они включены последовательно. И трансформатор, видимо, так. Трансформатор, видимо, у нас соединен тоже последовательно. Так, сейчас я вытащу. Стараю. Вот, все, вытащил. Так. Ну вот у нас. Вот у нас драйвер. Драйвер. Так, тип драйвера сейчас я скажу. Подождите. Сейчас я выключу камеру. Так, драйвер. Это микросхема BP2832A. Если кому это интересно. По входу стоит, видимо, конденсатор стоит. Емкостью неполярной. Так, X2 104К, это получается 0,1 микрофарата. 104 это 0,1 микрофарата, если кто не знает. Далее здесь идет два конденсатора номиналом. Так, куда она, трансформатор ли это, либо дроссель, сейчас посмотрим. Сколько контактов. Раз контакт. А больше нет. Ну, может, дроссель или это, я не знаю. Ну, в общем, я его оторвал. Извините. Ну, тем не менее, в общем, такая вот конструкция. Кстати, здесь есть небольшой косяк. Смотрите, металлической вставки здесь нет. Очень-очень жаль. Ну, в общем, так. Да, и тут у нас что? Видимо... Так, тут еще какая-то... А, резисторы входные. Да, даже странно. Ну, в принципе, для такой это, светодиодной лампы это, в принципе, нормально. Пластик, в принципе, сказать, довольно толстый, теплопроводящий, но металлической вставки здесь нет. Видите? Каньон 6 Вт. Ну, в принципе, за такую цену... Извините, я даже видел там за 390 рублей в Юлмарте 10 штук стоит. Это вообще 39 рублей. Это почти как лампа накальни. Это вообще халява. Поэтому я считаю, за такую цену можно брать. Ну, сдохнет, сдохнет. Извините, то что, ну, все бывает, дохнет. И Томпсоны дохнут, и Филлипсы дохнут, и Асрамы дохнут. Все дохнут. Ну, в общем, я показал. Драйвер BP2832A. Я напоминаю... Вот эта вот такая вставочка идет. Металлической здесь, стакана здесь нет. Ну, тут, в принципе, для такой мощности его не надо. В общем, напоминает еще подложку светодиодную, коп-кольцо. Тут рассеивающий кристальчик такой фирменный. Светит лампа, она... Светит она как 60-ваттная лампа накаливания. Такая лампочка. Но отработала на 8 месяцев у меня и сдохла. Ну, дохнет все, в принципе. Тем не менее, каньоны, я считаю, это довольно достойное они решение. Сейчас, в принципе, трудно назвать производителя, который делает, по крайней мере, надежные лампы. И это трудно сказать, потому что сейчас халтурят все. Халтурят все. Без исключения. Раньше лампы делали из сафира подложки, и с радиатором хорошим. Сейчас этого не делают, вот сейчас вот делают. Это в лучшем случае вот такие вот лампочки.
В общем, короче говоря, про надежность говорить еще рано, если честно говоря. Я говорю, но подыхают любые лампы, и все производители. Просто вопрос, какая чаще, какие нет. Самый ненадежный лап, который я встречал, самый, который выходит из строя, подвержены рискам, кстати, самые дорогие, это филаментные. Напоминаю, что филаментные — это нитеобразные лампы. Они рекордсмены по выходу из строя. Ну, с Алиэкспресс лампочки я не знаю, но тоже филаментные лампы, что они часто выходят из строя. Кстати, очень нареканий очень много, я знаю, на филаментные лампы фирмы Лисма 8 ватт. Очень много выходов из строя, я читал. Очень они 8-ваттные, лисмовские. Очень много людей, видишь, они ненадежные, очень часто вылетают. Потому что филаментные лампы — это покупать риск. А такие лампы на кобовских светодиодах, в принципе, можно брать. Ну, в принципе, если что, сдохнут, поменять по гарантии. В принципе, да. Ну, вот до этого у меня, кстати, вот в этом месяце стояла светодиодная лампа фирмы Gauss. Она у меня отработала год и тоже сдохла. Тоже сдох светодиод один. Я его закоротил. Через 2 недели сдох второй светодиод. Между прочим, там по напряжению, там потоку был стабилизатор. Мощность, когда я светодиод замкнул, она не увеличилась и не уменьшилась, она уменьшилась. То есть, значит, в данном случае у нас делается стабилизатор потока. Если она сохранилась в напряженном значении, значит, у нас стабилизатор по напряжению. То есть, на следующий светодиод, прошло некоторое время, сдох второй светодиод, и поэтому светодиодные лампы, если вы хотите, чтобы долго жили, часто включайте и выключайте, чтобы они передохнули. Длительно будет светиться, если вы выбираете с хорошей системой охлаждения. А с хорошей системой охлаждения сейчас, извините, светодиодная лампа почти не выпускает. Все они вот наподобие такого типа. Ну, в общем, я все рассказал. Делайте свои выводы. Напоминаю, что которые лампы я... Большинство у меня ламп стоят под датчиком движения, поэтому они включаются на непродолжительное время. И умирают они, практически не умирают, за исключением филаментных ламп. Потому что датчик движения долго не включается, он выключается. Они служат годами. У меня их сколько там, где-то около 30 штук под все с датчиком движения оснащены. И сгорали только филаментные лампы. А вот в этом месте у меня как в качестве подсветки стоит, и поэтому они постоянно включены. Вот сейчас одна вот горит вот такая же. Вторая светодиодная лампочка такая. Я не знаю, сколько она прослужит. Ну, прослужит, не знаю, не сколько. Ну, скажу, когда она сдохнет. Может быть, и не скажу, если она будет работать. Вот посмотрим. Середина октября я поставил. И посмотрим, сколько она поработает. Надеюсь, что поработает она дольше. Это лампочка. Поэтому... этот хлам опять мне придется куда-то выбрасывать. Ну, всем всего доброго. Ждите обзоры светодиодных ламп Osram. Приблизительно где-то примерно к 10 ноября я предоставлю хотя бы один обзор какой-нибудь лампочки. Их 18 штук. Вот, короче, будем разбирать, что это за лампочки такие светодиодные Osram. Они, кстати, очень легкие, а, кстати, тоже очень тонкие. Система охлаждения тоже не ахти. Сейчас все экономят, и Philips, и Osram, и абсолютно все. Ну, в общем, всего доброго, пока.